Доброе утро всем. Пожалуйста, занимайте свои места. И потом начнем наше служение. Можете поближе чуть-чуть, чтобы у вас не мешал кондиционер. Перед служением, у кого не выключен звук телефона, пожалуйста, выключите его. И давайте вначале помолимся Богу. Боже, Отец нас небес, небесный, мы преклоняемся перед Тобой и в этот день. Спасибо Тебе за то, что Ты его нам дал. Спасибо за то, что это Твой день, и мы пришли в Твоем доме, чтобы поклониться Тебе. Пожалуйста, прими наши моления, прошения, поклонения. Прошу, Боже, благословляй нас. Ответь на молитвы, дай нам все качества, которые мы должны показывать этому миру. Прошу, Боже, работай через нас, и в это время прошу, принимай эти слова поклонения из чистых сердца. Прошу, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Первая песня называется «Он к нам пришел», и сам Иисус Христос говорит, зачем Он пришел в этот мир. В Евангелии от Иоанна написаны такие слова. Иисус воскликнул: «Когда человек верит в Меня, он верит не только в Меня, но и в пославшего Меня. Когда он смотрит на Меня, он видит того, кто послал Меня. Я свет, и Я пришел в мир, чтобы никто из тех, кто верит в Меня, не остался во тьме. Я не сужу того, кто слушает Мои слова, но не делает того, что Я говорю. Ведь Я пришел не судить мир, а спасти его, и слава Богу». Oh,
Следующая песня на румынском языке говорит, что описывает наш путь на земле. Говорит, что мы пока что живем по благодати, но в каждый день у нас есть в зависимости от обстоятельств разные испытания. Но мы должны проходить эту жизнь благодаря перед Богом и помнить, что Он еще раз придет на землю за нас. Возвращается. Ждем Его. Пришло и наши дни, и не в образ
Всей душой твоей, всем разумом твоим и всеми силами твоими. Вторая заповедь. Люби ближнего твоего, как самого себя. Нет заповедей важнее этих двух. Господь, Господь,
Mă dar cântare foarte bine cunoscută, spune că timpul acesta care e dat de Dumnezeu fuge și fără noi. Așa că trebuie să fim pregătiți de întâlnire cu Dumnezeu.
Yes.